В преддверии 32-й годовщины Худжалинского геноцида в бельгийской столице прошла учредительная конференция Совета Евроатлантического партнерства азербайджанцев. Символическое посещение колонны Конгресса было посвящено годовщине совершения армянскими войсками тягчайшего военного преступления в Худжалы. В церемонии приняли участие делегаты конференции, представляющие различные диаспорские организации, сотрудники посольства Азербайджана в Бельгии, миссии нашего государства в НАТО, Министерство обороны Бельгии и Союза ветеранов этой страны, общественные деятели, а также граждане Бельгии из числа коренного населения, пришедшие выразить солидарность с азербайджанским народом. Затем состоялась учредительная конференция СИАПА, которая прошла в Большом зале посольства Азербайджана в Бельгии. К участникам форума с приветственной речью обратился посол Азербайджана в этой стране Вагиф Садыхов. На конференции выступили также делегаты от различных диаспорских организаций. Были обсуждены и приняты документы учредительной конференции и сформирован руководящий состав СИАПА.